Ярмарка около кинотеатра «Искра» радует и удивляет местных жителей не только качественными товарами, но и доброжелательными продавцами, которые всегда помогут сделать правильный выбор. Эта ярмарка славится уникальными фермерскими продуктами, вкус которых смогут оценить по достоинству даже гурманы. У нас смоленские колбасы фермерские. Настоящее домашнее деревенское сало. Не то, что продается в магазинах, а именно настоящее деревенское. Шкурка мягкая на каждом куске. И мы привозим еще, ребят, посмотрите, деревенскую вот такую вот домашнюю запеченную свиную грудиночку. Мы ее запекаем в коньячной заливке, в медовой основе. Неимоверно вкусный продукт. У продавщицы Эли Рустамовой на прилавке лежат крупные и зрелые плоды граната из разных стран. Они идеально подойдут для салатов, горячих блюд и десертов. Рубиновые, хрустящие и сочные зерна могут служить для украшения еды при сервировке блюда. А свежевыжатый сок станет прекрасным дополнением к гастрономическим шедеврам. Торгую гранатами и гранатовым соком, свежевыжатый. Выжимаем сами. И гранаты привезли, сирийские гранаты есть, узбекские гранаты есть, азербайджанские гранаты есть. Сейчас в основном торгуем узбекскими гранатами. Для того, чтобы покупатели могли получить удовольствие от посещения ярмарки и зарядиться положительными эмоциями, для них выступает музыкальный коллектив. Хомякие пуховые оварочки у ней. Хомякие пуховые оварочки у ней. Сегодня очень весело на ярмарке. Вот ансамбль, который выступал, придает какое-то настроение хорошее, весеннее. Поэтому приятно проходить, когда такая хорошая обстановка на ярмарке. Ну и товар приятно, что люди приехали, помогают нам. Это все очень приятно. Так что спасибо всем, кто это организует. Помимо продуктов, на ярмарке продают товары для дома, аксессуары, текстиль, женскую, мужскую и детскую одежду, а также многое другое. Головные уборы, шапочки. Все как бы красивое, вот, производство разное. Вот. Но больше всего, конечно, нашего производства. Вот здесь Москва, наши карапузики, Воронеж. Есть турецкие, есть Китай фабричный. На любой вкус. Уличные ярмарки всегда пользуются спросом у жителей города. Многие из посетителей уже стали постоянными покупателями. Ярмарка веселая. Все изобилие, аж это придает праздничное настроение. Весеннее и солнечный день. И это, как говорится, очень хорошо и приятно пройтись по такой ярмарке. Ярмарка товаров из регионов России около кинотеатра «Искра» будет и дальше радовать своих покупателей богатым ассортиментом продукции. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».